Для депутатов городской думы решение о передаче «Родины патриотам» визуально далось очень легко. Фактически кинотеатр простаивает что-то около 10 лет. С исторической точки зрения «Родина» – объект культурного наследия, с хозяйственной – обуза. Площадь здания почти 1500 квадратных метров. Тратить средства бюджета на содержание пустующего помещения неэкономно. Но теперь, в ближайший год, у него будет новый владелец. Передать безвозмездное пользование без проведения торгов на право заключения договора безвозмездного пользования Центру гражданского и военно-патриотического воспитания молодежи здание литера А общей площадью 1491 квадратный метр, являющийся объектом культурного наследия регионального значения, кинотеатр «Родина» для организации пространства по работе в сфере гражданства и военно-патриотического воспитания в пределах деятельности ГБУ Рязанской области «Патриот-центр» сроком на 11 месяцев. Единогласно народные избранники утвердили и получение кредита управлением Рязанского троллейбуса. Компания попала в список наиболее пострадавших от пандемии коронавируса. Займ почти в 33 миллиона рублей должен убытки возместить. Причем к концу следующего лета он вообще может стать для предприятия бесплатным. То есть, по сути, при соблюдении ряда условий, которые мы уже с вами обсуждали в отношении муниципального предприятия «Детское питание», есть возможность за счет субсидий списать данный кредит. Действительно, все платежи, включая проценты, могут быть погашены за счет субсидий из федерального бюджета. Есть, правда, два «но». Если управление Рязанского троллейбуса сохранит штатную численность работников и оставит уровень зарплат не ниже МРОТ. Максим Васильев, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».